Все больше украинских беженцев предпочитают уехать из Молдовы, где нашли временный приют в европейские страны. Сегодня более 70 человек выехали отсюда в Германию. Они благодарны нашей стране за теплый прием, заботу и крышу над головой. Но решили поехать дальше, туда, где больше привилегий и рабочих мест. По словам официальных лиц, с начала войны из Молдовы в более развитые страны уехали более 5000 беженцев из Украины. Подробности смотрите в сюжете. Валентина из Одессы в Молдову приехала вчера. Здесь оставаться не хочет, так как не знает языка, да и знакомых нет. В Германию уезжает, потому что там у нее друзья. Женщина надеется, что на чужбине сможет найти работу. Однако в душе все равно теплится надежда, что скоро вернется домой. Почему вы уезжаете в Германию? Дети взрослые не хотят ехать. У них маленькие дети, им тяжело будет с детьми ехать. А я хочу хоть что-то поработать, хоть что-то дома отремонтировать, что-то сделать. Мне жить негде. Негде жить. А здесь не решили оставаться? Я здесь ничего не знаю. Мне там проще с друзьями, со знакомыми, проще в Германии. А у вас есть и знакомые, я не знаю? Вот мы вдвоем, женщина, едем с Харькова. А ждет кто-то? Нет, нас никто не ждет. Мы едем. Другие беженцы также рассказали нам, что очень благодарны Молдове за теплый прием, но решили ехать дальше, так как надеются быстро найти работу, даже если их никто не ждет. Приняли нас тоже хорошо, все нравится. Решили дальше поехать. Почему Германия? Ну, в основном все туда едут, и там есть работа, и есть знакомые, которые с Киева, да, которые уже тоже в Германии. Никогда не были в Германии, хотим быть там, узнать, что это за страна. Кто-то ждет там? У нас там есть знакомые, но нет, никто не ждет. Еще один наш собеседник выразил признательность Молдове, молдавскому народу, но оставаться здесь, говорит, больше не может. В отличие от других беженцев, в Германии его ждут близкие. Тяжело, да, плохо здесь чувствую в городе вообще. Вас ждет кто-то, почему? А там тоже родственники, там тети, там братья все там в Германии тоже. Все как бы уехали туда, и один здесь остался. Хоть в таком, думаю, плане двигаться как-то. По словам директора Национального конгресса украинцев в Молдове Дмитрия Лекарцева, выезд украинских беженцев в Германию и Австрию организовывается еженедельно и абсолютно бесплатно. Уезжающих в эти страны с каждым разом все больше. На сегодняшний день это уже сотый автобус, который выезжает, отвозит беженцев из Украины в Германию. Если говорить в цифрах, то это уже более 5000 человек за 3 месяца. Уезжает около 70 человек. Это женщины, это дети, это семьи, которые бежали от войны. Производим эвакуацию из Украины, из горячих точек людей. Мы их привозим сюда, мы их располагаем в центры временного содержания. Дальше все, кто хочет в Германию, им предоставляется возможность вот в виде таких автобусов. Согласно статистике, сейчас в Молдове находится около 75 тысяч граждан Украины. Из них 30 тысяч несовершеннолетних.